Снова всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Продолжаем свои бои в UFC 2, в Ultimate Team за Алекса Руссо. И вы знаете, друзья, после прошлой серии у нас, конечно же, соотношение побед и поражений не в нашу пользу теперь уже складывается. Хотя, ну как, в нашу пока 18-14, но в том плане, что разница между количеством побед и поражений уменьшилась, потому как много проигрывали. Надеюсь, что в этой серии будет получше все. Но начнем мы опять-таки с того, что откроем новый пак. У нас 8823 монеты. Здесь есть пак за 8000 как раз таки. Но он, я так понимаю, на всякие там удушающие, тейкдауны и так далее. Поэтому мне он, собственно, не нужен. Обычный премиум пак открываем. Давай. В принципе, можно на свой вес открывать, но смысла в этом я не вижу. Там обычно ничего хорошего не выпадает. Итак, смотрим. Универсальные всякие бусты. Ага. Inward Heel Stomp. Это удар по колену, по-моему. Как раз который меня обычно останавливали. Да, обычный кружок. Собственно, Left Leg Power, Right Leg Power. О, силы правой и левой ноги увеличивают. Конечно, я возьму. На единичку, кстати, увеличивает. Ну и отлично. Это хорошее движение. А это что? Jump Switch Roundhouse Head. Так, это у нас просто L1 плюс кружок. Я, кстати, понял, что это такое. Неплохой удар. Я его тоже, пожалуй, поставлю. Kick Speed 69. О, еще увеличивает. Отлично. Отлично, ногами, надо нам ногами будет работать обязательно. Vengeful, это как раз тоже на наш вес. Погоди, что он делает? Опять-таки я сначала посмотреть нужно на физику. Добавляет, повышает, короче говоря, урон на 30%. Слушайте, ну, по-моему, это мне подойдет. Но вместо чего его ставить, я не знаю. Так, это у нас, значит, контрпанчер. После парирования. Но я парирование не пользуюсь. Давайте вместо вот этого поставим тогда. Vengeful. Угу. Все, кикбоксинг ветеран. Опять-таки на мой вес. Слушайте, хороший пак. Прям все на мой вес. Клинч, конечно, сразу. Клинч грэплинг 65. Но зато силы ног увеличиваются еще. По-моему, это здорово. Ногами надо бить мне. Ногами надо бить. Ногами работать обязательно. Ну мы кикбоксер или кто? В конце-то концов. Получается, все на средний вес было? Вот это да. Вот это повезло, ребят. Почаще бы такие паки. Еще один пак мы откроем, когда наберем необходимую сумму монет. Еще 1200 нам нужно набрать. Я думаю, за эту серию мы справимся. Наверное, проведем опять боя 4. Ох уж этот второй дивизион. О, неужели с россиянином встретились? Дюдяев. Эль Диабло. Реально, второй дивизион меня выносит пока что. Классно, что с россиянином. Сейчас у нас, мне кажется, вынесет. Но нам нужно держаться на расстоянии, работать ногами. Вот и все, что от нас требуется на самом-то деле. В остальном мы вроде бы неплохо себя чувствуем. Ну, давай. Россиянин против россиянина, погнали. Ага, так же умеешь, да? Зачем я руками бью? Мне вообще руками не надо бить, если честно. Как же ты меня опережаешь-то, дружище? На, лови. Лови еще. Лови еще. Лови по голове теперь. И по туловищу. По голове. С развор... Ах ты ж. Не-не... О, даже поднимает. Это было жестко. Это было жестко. Уходим в колгуард. Что? Я говорю, уходим в колгуард. Так, я думал, все уже, если честно. Ничего себе у него бэкситтинг. Он мне руку, во-первых, сразу же отсушил. Уходим на сабмишн. Так, тихо. Ах, ушел от удушающего. Допустим, full guard. Back sitting. Давай. Попробуем еще раз. Нет, вырывается. А я... Ну, реально, он когда меня положил вот сюда, я думал, все, забьет сейчас до смерти. И почти забил. Почти забил. Ладно, я тебя понял. Вниз с тобой лучше не надо идти. Лови. Так, окей. Надо вставать. Сайд-контрол. Фулгуард, быстрее.
Отлично. Встаем, встаем, встаем. Встаем, готов. С ним лежать нельзя. Нокдаун был, ребят, я вас с этим поздравляю. Моя вертушка сработала. Лови раз. Лови два. Лови три. Очень быстрые ноги, надо этим пользоваться мне. Надо этим... Как он достает? Лови. Лови, говорю. В корпус. Ногами в корпус. Хорошо. Нет, вертуха, вертуха, вертуха. Не проходит. Долго она идет у меня. Мне бы ее прокачать на самом деле. Хорошо. Хорошо. По корпусу. Встречает. Встречает, ну, допустим. Все, вертушку перестаю делать, потому что с ним это не работает. С ним это не работает. Он у него проходит, а у меня нет. Вот такими обычными ударами, по-моему, легче его достать. Хотя... Кстати, по ногам, если он мне попадет. Он, кстати, не додумался почему-то мне по ногам еще бить. Если честно. У него, по-моему, тоже ноги прокачаны, потому что он не особо хочет рвать дистанцию и идти со мной в ближний бой. А тоже издалека работает. Ну, хорошо, я его вынес, конечно, в нокдаун. В этот самый. Но помните, когда он меня забивал в этом самом, в партере? Это было опасно. Я думал, это все. Я не мог уйти. Как только старался, ну, старался уходить, и ничего у меня не получалось. Ага. Давай попробуй. Попробуй. Вип. Лови. Добивай, Алекс, добивай. Надо добивать. Нет? Встаем. Гетап, гетап, гетап. Это было неплохо сейчас. Хочешь еще? Клинч. Давай, раз, два, три, на вип. Давай. Бам! Он не умеет, ребят. Это должно быть все, нет? Это должно быть все, разве нет? Встаем. Ой-ой-ой, в треугольник меня взял, ты чего? Ты что задумал? Full guard. Встаем. Опять? Full guard, говорю. И гетап, гетап. Ты запарил меня, слышишь? Full guard. Ну, может встанем? Что происходит? Ясно. Игра, спасибо тебе за то, что ты залагал опять. Что это было вообще? Я ничего не мог нажимать, он ничего не мог нажимать. Окей. И опять, смотрите, ребят. Что происходит? Что с игрой? О боже мой. Давай, давай. Это тупо. Я сейчас из-за этого проиграю. То, что я встать не могу, блин. Ладно. Окей. Ты запарил меня. Он вообще не выпускает меня. Все время в треугольник берет и все. Че делаешь? Гильотину? Я же вышел. Нет? Я вышел. Но это было... Это было на грани, ребят. Может, мы встанем уже, а? Фух, слава богу. Наконец-то. Наконец-то мы встали. Он дважды... Дважды падал. Дважды был в нокдауне. Ага. Я случайно, ребят. Это так. Напугать его. Что я типа в партер хочу. На самом деле нет. Это было неплохо, ладно, я соглашусь. Это было неплохо. Full guard и уходим. Ну. Встаем. Встаем или что? Он меня валит. Окей. Так, сейчас аккуратно. Я ничего не могу делать, ребят. Что? Что с игрой? Видели, да, у меня на, ну, скажем так, это quick time ивенты, да, которые внизу. Ничего нет, то есть я ничего не могу сделать. И он тоже, видели, да, просто лежим. Но два нокдауна с моей стороны, как бы,
подразумевает, что я пока выигрываю этот бой. Вроде как. В клинче он что-то не может мне противостоять вот этим вот моим ударам и випу. Как ни странно. Я-то думал. Ну окей, давай. Ну не лагай, ну. Вроде с россиянином играем. Лаги какие-то пошли. Лови. Ну добивай, Алекс, добивай, пожалуйста, добивай. Я понял тебя. Выходим. Опять. Выходим, говорю. Душит меня. Ну давай, full guard. И встаем. На сей раз никакого треугольника не надо, пожалуйста, мне здесь. Как, блин, сколько раз он встает? Бесит. Сколько нокдаунов было уже? Это было красиво, ладно. Лови еще. Еще ловим. Не хочешь пропускать больше, да? Тихо, тихо, тихо. Рука. Рука. Рука у него отсушена. Угу. Летающее колено. Не дошло до цели. И сейчас тоже бэкфист. Я потерялся, ничего себе. И он тоже. Давай, 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 давай. Руби его, руби, Алекс. Руби его. Вип. И... Ну все, это все должно быть. Да, это все, слава богу. Господи, какой железный подбородок. Мне б такой. Мне б такой подбородок, да? Мы вообще всех выносили. Сколько раз он вставал. Фух, домучили мы его. Ну, собственно, за счет клинча. За счет випа. Меня это радует. Так, понятно, что победа. Ага, 814 монет. Ну-ка, что там у нас? Смотри, у него power single leg full mount. Вот как раз таки он меня этим приемом и уронил. Ну ладно, идем дальше. Так, с разговаривающим соперником попался. Против Томаса какого-то. Так, дружище, давай-ка я замучу тебя, потому что мне и без этого хорошо. Надеюсь, как и вам, зрители, потому что он там не русский, все равно с ним не пообщаться. Ну как, я и бы не смог пообщаться, у меня микрофон к плойке не подключен. Погнали. Разговорчивый ты наш. Разговорчивый ты наш. Так, ты на дистанции хочешь держаться? Я уже стамину, смотрите, иссушил. Ага, тоже умеешь. Лови. Лови. Лови, говорю. Еще по корпусу. Я не успел нажать, окей. Ты хорош партери, что ли, дружище? Я не думаю, что ты делаешь? Смотри, как он насел на меня. Встаем. Алекс. Халгуард. Гетап. Не дает встать мне, хорошо. Не дает, вообще не дает встать. Окей. Ну давай, 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 хорошо. Обманул его маленько. Еще будешь туда лезть? Давай попробуй. Раз. Два. Быстрые руки. А у меня быстрые ноги, дружище. У него еще и сильные руки. Но у меня еще и сильные ноги, как бы. Надо только этим воспользоваться. Супермен, серьезно? Как у него стамина сушится от этого всего, а? Этих моих ударов. Почему так? Я не понимаю. Раз. Два. Рука у него отсушена. Че делаешь? Че делаешь? Хочешь на вип? Не хочешь, да, на вип? По голове хочешь получать? Хочешь получать по голове? Так, раз. И переводим его туда сами. Как тебе такое? Ну, Натай. Не дает мне ничего делать.
Неплохо, ладно. В клинче он хорош. Даже я такого не умею. Уходим. Халгуард. Встаем, встаем, встаем. Не дает встать? Серьезно? Баксайд? Нет. Не даст. Гетап. Почти. Успеть. Было опасно, но я вроде справился. Хорошо. Так, ладно. Опять меня клетки хочет заманить. Хорошо. Защитился. А, вот так. Не достал меня, если бы достал. Что у меня со стаминой, ребят, опять? Опять ведь нет ее вообще. Угу. Как обычно, да? Раунд меня спас, то, что он кончился. Но так-то заспамил меня суперменами. Заспамил. Вы знаете, друзья, из-за того, что я бью часто ногами, видать, у меня стамина тратится просто на ура. Но этот раунд за ним, вот именно из-за последних секунд. Да и так-то он меня валил, тейкдауны делал. В клинче хорош. Как его победить? И в партере он неплох. Пока у меня нет вариантов, как его победить. Хватит смотреть повторы, дружище. Давай играть уже. It's okay, говорит мне тренер. Я сомневаюсь, что это it's okay. Потому как я чуть не проиграл самой концовке этого первого раунда. Ну ладно. Вроде я сегодня, в отличие от предыдущей серии, более заряжен на борьбу. В прошлой серии я бы уже проиграл. По-любому. Руку дашь мне? Даст, молодец. Ну что будешь делать? Окей, давай, погнали. Не, он меня бросать будет всегда сейчас. Так что не надо идти с ним в этот самый клинч. Бэкмаунт. Халгуард быстрее. Успеваю. У него хоть не такие быстрые удары, слава богу. Грюгетап. Как ты раздражаешь меня. Сейчас я проиграю. Не дает мне ничего делать. Все, да. Просто забил меня. Ненадолго меня хватило, да. Ладно, идем дальше. По делу проиграл, что тут говорить. Он сильнее, просто сильнее во всех компонентах игры. Ребят, вы должны это увидеть, короче говоря. Там идет бой. Но вот у меня на экране вот это. Как я буду там? Я не знаю, как я буду там противостоять сопернику. Не спрашивайте меня. Там... Слышите, да? Бой начался. А, великолепно. Я буду все нажимать сейчас. Может, там я упаду, что-нибудь случится. Вообще, мне... да, у меня геймпад вибрирует, значит, там бой идет. Сейчас меня там победят, и мне засчитают поражение. UFC, ты не перестаешь меня удивлять. Ну и вот, собственно, результат. Меня отправили в нокаут там, потому как я не мог управлять своим персонажем. В первом раунде, причем не сразу, как видите. Причем не сразу. It's the madness. Оппонент был. Вот так вот. Смотрите, сколько поражений в последнее время. Что-то как надо собраться. 3 победы и 4, 5, 6, 7 поражений из 10 последних боев. Это ни в какие ворота не лезет. Давайте завершим на хорошей ноте эту серию. Это будет последний бой, потому как я расстроился из-за того, что игра мне не позволила победить. Собственно, уже второй раз, кстати, за последнее время. Помните, когда я там в нокаут отправил оппонента, и игра сказала: нет, я зависну, и выходи, и проиграй. Вот, ну, сейчас проведем этот бой, по-любому наберем 5000 монет, и после этого уже откроем пак в конце этого выпуска. Ищем соперника. Дэвис против Руссо. Последний бой этого выпуска. Может быть, он трудный самый, а может быть, наоборот. Будет очень легким. О, кстати, японец, который на японца вообще не похож. Ассасин. Ну да. Видать, не выбирал. Хотя, может, выбирал. Выбрал ассасин. Ну, то есть как. Там первый вариант именно ассасин. Прозвище. Бойца.
А я думал, мы, возможно, вот в сегодняшней и в предыдущей серии дойдем до боя за титул, но, видать, я зря мечтал об этом. Мечты остались только мечтами. Поехали, дружище. Давай, что можешь. Показывай давай, что можешь. Ну, иди сюда. Я стамину расходую, а ты? Ты не хочешь, да? Вот ты хитрец. Ну, иди сюда. По корпусу работать начал, да? Я махаю ногами просто. Смотри, сколько я стамины уже потратил. Это меня так раздражает, жесть. Мне бы удары вот эти все на хорошие звездочки. Я бы сразу тогда намного сильнее бойцом стал. Ну, давай. Хорошо отходит. Хорошее передвижение у него по клетке, на самом деле. Неплохо. По корпусу мне надавал. Я просто боюсь, не достал. Но он меня раздражает. Меня реально раздражает. Держится на дистанции от меня. Я просто... Это все. Ребят, это все. Да, да, я не могу уйти. Нет, ушел. Я думал, все. Он меня не смог добить в такой ситуации, серьезно. Он продолжает бить по корпусу. Get up. Вот такой вот бой. Только к нему пошел на сближение, сразу так наполучал. Угу. А я же защищался. Мне повезло, что я так стек. Хорош, слышишь? Угу. Чё захотел-то? Давай-ка падай. Ладно. Хоть чем-то ему ответили. Долго, очень долго, Руссо. Блин, стамина, меня раздражает то, что она так тратится у меня. Лови раз. А, кстати, вот удар-то этот мне. Я просто попробовал, я вспомнил, что я же его открыл, в карточке получил. Лови. Лови еще. И, кстати, он не так много стамины вроде бы тратит, или мне кажется. Давай, давай. Вот смешно. Лови еще. В последний момент уворачивается. Молодец, молодец. И по корпусу начинает бить. Летающее колено. Хорошо. Еще одно. Он отходит. Конец раунда мне, в принципе, понравился. Начало, когда мне корпус пробили, совсем нет. И корпус у меня теперь будет всегда очень немножечко красненьким. Ладно, собрались, настроились и проиграли, да? Руку дашь мне? Молодец. Даст. Хорошо. Понятно. В этой стойке у меня немножко все по-другому. Ясно. Далеко он. Не надо было, но я попробовал просто. Долго, нет. Этот удар вообще мне не поможет, если честно. А вот так. Попал. С шагом вперед. Летающее колено. Защитился. Падай. Не дает, жалко мне поработать локтем по нему. Ладно, встаем, встаем, встаем. В партере лучше не лежать с ним. Хотя он тоже не хочет. Может быть, как раз таки в этом наш шанс. Иногда, иногда. Мне кажется, что я его уже буквально достаю, но нет. Только кажется. Что ты меня опережаешь-то, дружище?
Красный корпус. А чё я не защищаюсь? Я не знаю. Причем стамина у меня вся высушилась. Не то. Хорошо поработал по мне. Лови ответочку. Еще лови. И еще лови. Не то. И я ложусь. Из-за того, что очень долго восстанавливаюсь. Ну, блок восстанавливаю после. И все, да? Да как? Как? Как он знал? Я все время не угадывал. Защищал корпус, он бил по голове в этот же момент. Защищал голову, он бил по корпусу в этот же момент. Какого хрена вообще? Я, короче, опять проиграл. Да не раздражает это. Три поражения опять в серии. И хочется, ну, как бы себя успокоить, взять реванш. Еще бой. Еще проигрываешь и проигрываешь. Когда не идет, наверное, лучше не стоит, да, играть. Пошли пак открывать, ё-моё. Может, хоть это меня утешит. Чё-то прям сильные бойцы попадаются мне в последних сериях. Это, наверное, хорошо. Или я слабее стал, хуже стал играть, я не знаю. Ну, открывайся, пак, господи. Нажал уже 1000 раз. Ронда Роузи, ну. Не, слабенький пак. 4 звезды нет. Легкий вес. Core Ground Moves. Универсал. Тэквондо опять. А, легкий вес, ё-моё, я не увидел. Что это дает? Просто валишь на землю? Давай. Топ гейм оф зе бэк прокачается. Почему бы и нет? Почему бы и не взять? Остальное все не для нас. В коллекцию добавляем и идем. Еще один бой проведем тогда уж. Ладно, финальный. Теперь точно финальный. Я даже ничего вырезать не буду здесь. Погнали. Длинные серии, наверное, по UFC, да, у нас будут последние. 19 побед, 17 поражений. Уже почти равненько. Ровненько. Оказалось бы, да, хорошая такая стата была. Эх. Все просрали. Все просрал я. Я все просрал. Сейчас я не знаю, даже то, что если мы проиграем, будет не страшно, потому как я тупо пойду в атаку. Тупо буду расходовать стамину. У меня там на ноги, все, стамины нет, к сожалению. Давай, ноги, leg health. Хотя мне по ногам не бьют особо, но прокачаем, потому что это самая популярная карточка из вот этих самых временных, скажем так. Ну, на один раз. Ну и тело. Если будут кидать, вряд ли нас будут, наверное. Погнали. Ищем соперника. Home National, как обычно. 20-ю победу надо одержать. Блин, 19 побед, 17 поражений. Что-то как-то даже не знаю. Не ожидал я такого завершения этой недели боев в UFC. Еще эти поражения дурацкие, которые из-за багов игры. Это вообще что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Да, ребят. Но я надеюсь, что вам интересно смотреть, как я терплю здесь и проигрываю. Картинас. Ну что, намалюем Картинас у него на лице. Джей Картинас. Филиппины или что это за страна? Я даже не вспомнил так сходу флаг. Не дает руку. Окей, давай. Понятно. Так, понял. Я могу так долго бить, дружище. Он парировал, что ли? Это было неплохо. Что это было, твою мать? Ну-ка, давай попробуем. Нет? Давай, говорю, попробуем, нет? Ты еще будешь бить? По корпусу? Ладно, встаем, хрен с тобой. Терпеть от тебя удары еще. Раз. Вот так это делается. Парирует. А этот парируешь? Ну ладно, давай по телу. Неплохо.
Я не успевал блок поставить, потому что был в ударе. Вы поняли, короче. Сейчас бы опять упал. Да чтоб тебя, ну. Вроде удары хорошие получаются, но не достаю его. Оу. А вот это было неплохо. Может быть, добьем? Может быть, добьем? Хорошо. Пошли, пошли, пошли. Пошли, говорю. Добивать. Тай. Из колена. Сразу. Из руки. Из колена. И еще с руки добавили. Давай, погнали. Не-не-не-не-не, дружище, ногу сейчас тебе отсушу. Хорошо. Натай. Рукой. Раз. Коленом. Два. Клинч наши все, да? В этом бою. Ну и все. У него красная голова давно была, поэтому. Ну, слава богу. Я доволен. Все, на этом можно серию завершать. Запоминается последнее. Мы выиграли нокаутом. Все замечательно. Выиграли по делу, причем. Полностью переиграли в клинче соперника, который, оказывается, не умеет там играть. Ну и, собственно, победили нокаут. Удар коленом. Так, ну что? В следующей серии, я надеюсь, мы попробуем побороться за пояс чемпиона. Опять-таки. Дали нам около 500 монет, да. Вот, ну и это юбилейная 20-я победа. Так что... Кстати, у него тоже удар ногой по голове — лучшее движение. Так что надеюсь, что не только 20 побед будет у Алекса Руссо, но и 40, и 60, и 80, да и 100 когда-нибудь. Мы сумеем... достать это число, короче говоря. Ладно, увидимся в следующем выпуске. Всем пока.